Неплановый по инициативе Серега Искандеровича. Методологический семинар на тему библиографические издания по казахской этнографии. Докладчик, доктор исторических наук, профессор Ашгали Серега Искандерова. Попросили молодые наши сотрудники, чтобы мы провели какие-то методические такие мероприятия по проведению экспедиции и так далее. Ну, конечно, это актуально. А потом решили все-таки это в институтском масштабе провести такой семинар. Тем более, что тема, так сказать, была готовая. Но это не столько семинар, это и семинар, можно сказать, не методологический, методический, может, обзор литературы, значит, это обмен опытом, как говорится, и так далее. Вообще, конечно, библиографическая работа – это очень важная работа для гуманитариев, вообще основополагающая работа со студенческих лет, да? И тот, кто не владеет вообще методикой, то он обречен на вообще отставание и вообще как бы не сможет сделать таких каких-то, ну, достичь каких-то результатов. Потому что это история науки, она это такой как бы объект или пространство, на котором базируется развитие современной науки. И поэтому, не зная работ предшественников, невозможно создать что-то новое, да? Это очевидно. Но многие вещи у нас воспринимаются как бы уже как данность, и в технических науках, допустим, уже никто не задумывается там закон Ома там, и так далее, там, об этом не задумывается, а современные там, физики идут вперед, да? И так далее. У нас, в принципе, тоже. Но гуманитарные науки, она же не точная наука, поэтому изначально могут быть какие-то неверные посылки там. Поэтому всегда заглянуть, как говорил археолог Лев Сергеевич Клейн, да, он вообще этнолог, но он писал о происхождении древнеявной культуры, он говорит, очень полезно заглянуть это, значит, на историю появления гипотезы там. Иногда обнаружится, что в самом в своем начале она неверна. Поэтому мы обязаны по долгу, так сказать, своей профессии это знать литературу хорошо. Хотя бы в пределах той темы, которую мы изучаем. Да? В целом, конечно, вот это такой семинар полезен как познавательный. Так, познавательное мероприятие для всех, но в основном для молодежи. С другой стороны, это проведение таких семинаров важно в методическом плане. Почему? В последние годы наблюдается некоторое отставание вот, поколения, которое идет за нами в плане в методическом отношении. То есть трудные 90-е годы и 2000-е годы сказываются, понимаете? Нет того уровня образование, которое давалось в
университетах в советское время, так? Многие методические многие методические вещи вообще даже не преподаются. То, что нам, допустим, профессора, там, доценты в 70-х годах сообщали, это сейчас, я не знаю, как бы есть или нет. Необходимость карточной системы, там, особая система выписок и так далее, технология сейчас, по крайней мере, в 90-х годах, видимо, это сошла на нет, и целое поколение, значит, исследователей, они упустили вот этот важный момент. Поэтому методика, я думаю, важна. А это обнаруживается, когда читаешь это работы, так? В особенности даже наш журнал, вот там Тарихте, замечаешь это. Методические, стилистические, там, оформительские, всякие неточности, да? Иногда это волосы дымом стоят, так? Это вот все и основная причина бед. Методика отсюда, это слабость методики. Поэтому в методическом плане это важно. Данная тема важна и для этнографической науки. Отсутствие нормальной целостной библиографии нашей этнологии, это ахиллесова пята нашей науки, этнографической науки. До сих пор нет библиографии по этнографии казахского народа, сводной библиографии. И вообще, когда начинаешь что-то редактировать, невозможно иногда найти выходные данные, потому что диссертация, как правило, неверна, в различных монографиях небрежно и так далее, и так далее. Понимаете? Вот. Нет сводной библиографии. Некоторые более-менее серьезные ученые стараются это снабжать свои труды библиографией. В основном те, кто учился там. Но в те 70-е годы, когда вот 70-е годы особенно на это обращалось, это Нурбулат Масанов, Абдештулюбаев, Мустафина и другие. Но в основном библиографии нет. Это затрудняет научную работу. И вот когда смотришь вот такие издания, да, вот последние годы выходят, вышла книга. Этнография бурятского народа, библиографический указатель, 1768-2002 год, то, конечно, это обидно становится, что у нас нет достойной библиографии. Хотя у нас национальное государство, национальная республика была отдельная. И библиография, казахская библиография гораздо богаче, наверное, чем бурятская библиография. Два тома должно быть. Это отсутствует. Такое издание отсутствует. Поэтому вот эти все моменты, так сказать, вынуждают нас это провести, так сказать, работу ознакомительную, методическую и так далее, работу вот по библиографии. То есть значение библиографии велико. Ну я тут просто в качестве подготовки вот, зачитаю, допустим, вот слова востоковеда Иностранцева. Вот он, когда писал, он написал труд «Шунную гунну» на русском языке. Он такой историографический труд. Понимаете? Он не археолог там, не копал там ельмовую пальт там и так далее. Он не Лев Николаевич Гумилев. Он такую фразу дал. В науке бывают иногда вопросы, литература о которых настолько обширна, и вместе с тем настолько запутано и разбросано, что является время от времени необходимость привести в порядок все высказанные мнения и оценить их значение. Ну вот, у него сугубо такой историографический, библиографический труд, который вошел вообще в историю науки. Ну, значение, конечно, этого дела велико. Теперь перехожу непосредственно к теме, к обзору, да? Я прошу извинения, это сугубо мой опыт, так? Я никаких историографических исследований, таких специальных монографических не писал. Просто я хочу ознакомить коллег с ходом развития
есть составление библиографии на советский период, так? Не только по этнографии, не столько по этнографии, сколько по истории. До советского или там, как называют, до революционного Казахстана, и советский период, так? Насколько мне известно, вот такая целенаправленная работа вот, по библиографии, по исторической, историко-культурной библиографии началась в середине 19 века. Да? Как образовались, вот, я применительно царской России говорю, как образовались различные общества там, русское географическое общество там, азиатские музеи и так далее. Науки, познания и так далее, но и для проблем решения там, колонизационных вопросов и так далее. То есть необходимо знать это территорию и население. И этому обращалось очень серьезное внимание. В середине 19 века вот приступил к своей работе Межов, знаменитый библиограф, другие библиографы, в частности, вот в русском Туркестане, так сказать, это, библиографией начали заниматься уже в 70-х годах. Ну, в 50-х годах даже можно сказать, но я так глубоко не знаю этот вопрос. В 70-х годах выходят, допустим, такие издания. Дмитровский, библиографический указатель, сочинения о Средней Азии, напечатанных в России на русском языке с 1692 года. Он был, значит, этот указатель был опубликован в материалах для статистики Туркестанского края. Санкт-Петербург, 1874 год. Это первый опыт, понимаете, они были без всяких указателей, просто и без должной систематики. Но они были необходимы. Передавать по мере. В этот период, ну как вы знаете, составлялся знаменитый туркестанский сборник. К нему Межов издавал указатели, систематические указатели. Но он был такой очень подготовленный специалист, поэтому здесь, значит, им было издано в 70-х годах и позднее, точно не знаю, три выпуска систематические указатели сочинений туркестанского сборника. То есть это туркестанский сборник необъятный там, 450 томов, то одних указателей только три указателя, понимаете, в разное время вышло. Они имеются, в частности, один из них я пользовался в нашей библиотеке, национальной библиотеке. Ну, у меня его есть. Далее, различные указатели выходят в этот период. Ну, допустим, из своего опыта скажу, вот, допустим, мне был интересен указатель статей морского сборника, да? 1848-1872 год. Тоже в 70-х годах вышел. Начали. Каждое вот, издание стало издавать такие вот свои библиографии, там, всемирная иллюстрация там, и так далее, и так далее. Обычно они внутри этих самих же изданий публиковались, не отдельно. В то же время выходили вот, различные библиографические сборники, справочники по местностям Российской империи. Ну, в частности, вот такое интересное издание. Оренбургская губерния. Список населенных пунктов. Плюс к нему библиографический указатель. Вышел в 1871 году. Один из первых указателей по Оренбургскому краю. Он не такой большой тоже. Где-то несколько страниц. Первый опыт. Но уже, так сказать, можно из него, так сказать, выуживать ценные, там, малоизвестные издания. Так. Сейчас я передам вам. По другим местностям выходят такие издания. В конце 19 века
работа по созданию библиографии в России усиливается. В это время к этому делу приступают такие специалисты, собственно, как историки, этнографы. В частности, вот известный этнограф московский Алексей Николаевич Харузин написал труд «Киргизо-Букеевской орды». И вот он из двух выпусков, и в каждом выпуске он опубликовал библиографии, причем библиографии в аналогическом порядке, начиная с 1734 года и до времени издания. То есть ученый уже понял, что вот без наличия такой сводной какой-то библиографии невозможно работать. Фактически вот это одни из первых библиографий. А она так и называется, если по-казахски. Труд-то называется «Киргизо-Букеевская орды». Фактически это первая целевая библиография по этнографии казахского народа. Ну тут интересно, вообще, конечно, он представитель московской школы был Харузин. Большое дело сделал с изданием по Букеевской орде, по своей библиографической работе. Но впоследствии вот Алектров, большой знаток казахской истории и культуры, его критиковал в одной из своих публикаций, я скажу позже. То, что касается, в частности, вот Оренбургского края. В этот же период, я извиняюсь, я перешел уже к индивидуальному, да? В 1888 году вышла такая библиография, библиографический указатель по Закаспийскому краю. Составитель Пенкина. Пенкина, не знаю, как ее зовут. Значит, называется так. Закаспийский край, систематический сборник библиографических указаний, книг и статей, то есть о крае и сопредельных странах. Это такой небольшой, в принципе, указатель. Ну, он целенаправленный. Здесь уже имеется алфавитный указатель имен авторов, переводчиков и других лиц, упоминаемых в тексте. И указатель распределен, значит, по тематике там, Средняя Азия вообще, гидрография, торговля, Киргизы и Киргизская степь и так далее. Как я уже сказал, была необходимость издания вот таких краевых библиографий. И вот такой библиограф, как Франц Шпер, в 1892 году издал, я извиняюсь, немножко не успел тут, издал указатель литературы по Астраханскому краю. О нем, к сожалению, многие не знали, да? Наши исследователи. Опыт хронологического указателя литературы об Астраханском крае с 1473 по 1887 год. Очень хороший по подбору вообще. Редчайшие есть издания здесь, о которых вот мы даже не знаем. Есть указатель, но указатель такой только на авторов. Ну и тематический, по-моему, есть. Всего 5848 названий библиографических. Ну, я вот тут даже, я многие из этих изданий даже не проработал. Тут вот открываешь любую страницу, там такие какие-то битки издания по этнографии казахов. Вот, пожалуйста, сейчас тут еще есть. Ну ладно, большим событием, значит, в истории казахской
этнографической и исторической библиографии является труд Александра Ефимовича Алекторова. Это вот его знаменитое издание «Указатель книг, журнальных и газетных статей о киргизах». Он вышел в 1900 году в Казани. Вообще, чем отличается это издание? Тем, что, во-первых, автор очень хорошо знал культуру и историю казахов. Он, вы знаете, работал советником в Киевской АТЕ, потом, значит, в Тургайской области, в Семипалатинском крае, в Омске. То есть предмет изучения он знал очень хорошо. И здесь он впервые, одним из первых, издал такой обширный аннотированный указатель. Здесь имеются даже целые выдержки. Вообще, если изучить этот труд, то можно получить очень хорошее представление о казахской культуре, вообще об изданиях до революционного периода. Некоторые вот у него эти аннотации по нескольку страниц. Хотя нельзя сказать, что это полное издание революционное. Но есть, конечно, редкие издания здесь представлены, которые, допустим, вы не найдете. В Алматы нет, так? В Москве есть, в Санкт-Петербурге нет. Или наоборот, наверное, в Санкт-Петербурге все-таки помощнее. В Москве может не быть, понимаете? Но они утрачены за советское, за прошедшее время. Поэтому большую ценность имеет это издание. На этом издании, конечно, более поздние вот библиографы по казахам базировались. Там, Вознесенская, Петровский, там, видимо, они использовали. То есть не только Алекторова, но и вообще Алекторова я рекомендую. Молодым нашим исследователям изучать. Алекторов очень много публиковался вот в Оренбургском листке. Некоторых, мы не знаем даже некоторые его публикации по казахам, которые даже здесь не упомянуты, которые упомянуты там, ну, изданы были в Оренбургском языке. В частности, вот он, Алекторов, написал такую статью по поводу выхода труда Харузина двухтомного. Это большой труд там, в Москве, Охаре, Ахаре. Алекторов, знаток казахской этнографии, критическую статью написал. Называя, она большая была. Как нынче пишутся научные книги. И там раздолбал Харузина по фактам. Допустим, здесь он не прав, там не прав. Эта статья была опубликована в 6 или 7 номерах, продолжающиеся. Но, конечно, может быть, это в целом-то труд Харузина это очень большой, а Алекторова, в смысле, немножко трогало то, что он, может быть, больше, гораздо больше знал Харузина, а не смог это обобщить, да, систематизировать как Харузина. Хотя, конечно, казахскую этнографию он знал, фактически знал больше. Это все касается, ну, до советского периода. Ну, некоторые нюансы я могу вот сказать. Допустим, вот библиография Алекторова у нас имеется, вот, ЦНД имеется в Национальной библиотеке. ЦНБ интересно, что там с дарственной надписью. Вот, экземпляр с библиографией Харузина, да, там имеется дарственная надпись Диваева Халила Досмухамедова. То есть наш вообще вот фонды из разных источников публиковались вообще. Как литература, она же из рук в руки переходит, потом стекается там, ученые собирают у себя, допустим, кто занимается этим вопросом. Потом эти все нюансы как бы всплывают. Ну, понятно, что в советский период начало уделяться большое внимание
изучение, значит, этнографии, истории, вообще территории, значит, нового государства. В этот период, допустим, был создан в отношении вот, территории Средней Азии и Казахстана особый комитет по изучению среднеазиатских республик. Потом работал комитет по изучению племенного состава Советского Союза. Там они издавали вот сборники казаки, в частности. Вообще, по материалу этих экспедиций второй половины 20-х годов, они вышли в нескольких томах. Там есть издания, значит, гуманитариев, историков, этнологов, археологов, библиографов, но также и почвоведы там участвуют. И в частности, вышел такой знаменательный труд в этот период. Это материалы для библиографии по антропологии и этнографии Казахстана и Среднеазиатских республик. Так, это здесь, да? Это труд, которым широко пользуются наши этнографы, историки. Важный труд. Важный труд. Как бы для своего периода он явился обобщающим по библиографии. Здесь библиография, значит, по региону распределена по... Есть общий отдел, потом распределение идет по, значит, народам. Там сарты, киргизы, казаки, узбеки и так далее. Он ценный, как сводное издание, он весьма ценный. Конечно, он обобщил там, может быть, не только были просмотрены там девизу, там вот эти вот все издания, там санкт-петербургские, московские, но, видимо, использовались лекторов и так далее, да. Но этот труд был подвергнут критике востоковедом Семеновым. Он вышел в 26-м году. В 27-м году и, по-моему, в 28-м году сразу вышла статья, критическая статья, значит, Александра Александровича Семенова, за неполноту сведений. Семенов вообще, те ученые, которые работали в Средней Азии, они там, Семенов, Диваев, там, другие, они прекрасно знали литературу, Лыкошин, да? Поэтому они имели, так сказать, это, большие основания критически относиться. Вот. В частности, к этому большому труду. Но в целом он не потерял своей значимости. Здесь есть многие публикации, которые до сих пор, допустим, с нами еще не использованы. Но из-за недостатка времени, отсутствия их в фондах и так далее. Пожалуйста. В этот период, в 20-х годах, выходят вот библиографические издания, связанные с районированием, процессом там развития сельского хозяйства, промышленности и так далее. Вот интересные вышли в этот период, значит, в библиографии тоже передайте, пожалуйста, уже рассказала. Так. Где-то она куда ушла, по-моему. Составитель Биткин, Н.Я. Библиография по Средней Азии. Указатель литературы по колониальной политике царизма в Средней Азии. Москва, 1929 год. Видите, как завуалировано, да, в смысле это, так сказать, дела уже прошлых лет, 29-й год. А литература, как надо политический момент внести, именно составили такой указатель. Но он тоже ценный, особенно, мне кажется, для наших историков, кто занимается аграрной политикой, там, земельным вопросом и так далее. Очень хорошая библиография из тех, которые я знаю, вышла по Уральскому району. Она так и называется. Значит, составитель Дроздов, ГН. Обзор научно-исследовательской работы и литературы по Уральскому округу.
1748-1929. И библиография Уральского округа. Указание печатных работ за период 1762-1929 год. Вообще, такая очень целенаправленная библиография, да, и очень ценная, что занимается вот Западным Казахстаном, Северо-Западным Казахстаном, вот этими регионами, то здесь много можно найти очень ценное. Но я уверен, многие из нас, конечно, большинство этих работ даже, потому что не видели, которые указаны здесь. Он тоже, все эти указатели уже становятся более систематизированными. В сравнении с первоначальными, поэтому пользоваться ими легко, более-менее. Вот такой своего рода бум был в 20-30-х годах. Потом, значит, определенный перерыв наступил. После военное время библиографы, ученые опять обратились вот, проблемы составления таких изданий. Но вы знаете, вот в послевоенное время происходило становление вот национальных академий наук, там наука развивалась, там, значит, Советский Союз там готовил там атомную бомбу, там космос, там проекты, значит, обозначились и так далее. И естественно, библиографии уделялось огромное внимание. Библиотеки работали на полную мощь, целый библиографический отдел. В это время начинают создаваться специализированные библиографии по направлениям, по историческим направлениям. Я не буду называть там сугубо исторические такие отрасли, да, но скажу, что, допустим, в это время, в 50-х годах, начали создавать вот, библиографии археологов. Советская археологическая литература. В 1957 году вышел первый выпуск. После этого вышло 5-6 выпусков. В течение, ну, до сих пор, по-моему, это издается. По годам. На высоком профессиональном уровне было издано. Рубрикация там и так далее. По алфавиту. Если нужно по Казахстану там Средней Азии. Единственное, что вот это беда, Казахстан иногда путается в Средней Азии. То есть Казахстан-то вообще в Средней Азии как таковой, как историко-культурному району не относится. Южная часть только. Казахстан степной регион. Но литературу можно найти. Второй недостаток, конечно, мало казахстанских изданий, не все учтены, допустим. То есть центральные, так сказать, для того времени учреждения, они как бы учитывали только литературу, которая имелась у них, и в фондах, допустим, соответствующих институтов. Ну, вот таких изданий было издано 6. Я, допустим, имею у себя 4 или 5. Всегда, когда что-то надо, обязательно вот сюда заглядываю на свет. Вот. Этнографы тоже приступили в это время к оформлению своих библиографий. В 1967 году в Ленинграде, в Ленинградском отделении, была издана первая советская библиография по этнографии. Библиография института, трудов института этнографии имени Миклуха Маклаева. Тоже примерно по такому же образцу, как археологическая библиография. Вот. Учтены все издания Института этнографии вот, с 1900 по 1962 год. Очень ценное издание. Для наших этнографов оно, конечно, незаменимое. Особенно вот последние вот, прошлые годы, когда был бум по защите диссертаций, и нужно было там посмотреть выходные данные, там оформление и так далее. Это издание имело большое значение. Потом я отмечу, что вот, касается вот нашей основной темы, вот библиографическая работа по, значит,
по этнографии немножко приостановилась в 80-е годы. Библиография, насколько мне известно, потом не издавалась. 80-е, там, 70-е годы по этнографии. Но работа продолжалась. Причем в этот период начали выходить вот целевые библиографические, вот отраслевые библиографии. Ну вот, в частности, я назову это биобиблиографический словарь отечественных востоковедов под руководством академика Кононова. Да? Он впервые издан был в 70-х годах, когда коллектив занимался этим вопросом. Потом второе издание сам издал Кононов. Кононов вообще принадлежал той, значит, категории ученых, которые очень большое внимание обращали. Прекрасно он знал историю тюркологии, издал потом справочник, значит, очерк истории, значит, тюркологии в России, в Советском Союзе. Здесь для этнографов, конечно, тоже немало, так сказать, информации. Очень часто, даже когда готовишь работу, вот нужны какие-то данные об авторе и так далее, вот тут приходится это все черпать из этих отраслевых, значит, изданий. Ну, это общеизвестные издания, я просто для молодежи, так сказать, показываю. В это же время вышел такой важный труд востоковеда Милибанд. Называется, как он называется, биобиблиографический словарь отечественных советских востоковедов. Он выдержал два издания, тоже очень важно. Там все востоковеды, но в смысле подробная биография и отчасти библиография. Но он немножко подвергся критике за неполноту сведений тоже. То есть учитывались в основном те ученые, которые работали там в центральных учреждениях, востоковедных, там и других, в то же время из национальных республик мало было представлено исследований. Но тем не менее, вот очень ценное издание. Я думаю, вы знаете. Вот таково, значит, состояние. В это же время институт истории, археологии и этнографии начал заниматься библиографической деятельностью. Но, как вы знаете, в 60-х годах вышла библиография по истории, да? Так, я извиняюсь. Библиография по истории Казахстана, аннотированный указатель, выпуск 1, Алмата, 1964 год. Составитель там целый коллектив был, в том числе археолог Агеева, историк Семенюк и другие. Это в 1964 году. В 1966 году вышел замечательный труд казахского этнографа Едыге Масанова, посмертный труд. Ну, вы знаете его, он называется «Очерк истории этнографического изучения казахского народа в СССР». Это капитальное исследование, библиографическое, биобиблиографическое исследование, без которого сейчас невозможно судить вообще о развитии, значит, нашей этнографии и вообще, так сказать, ориентироваться вот в огромном поле дореволюционной литературы. Этот труд, конечно, остается важнейшим справочным изданием. Вот, до сих пор используется нашими этнографами, историками. Иногда используется, так сказать, в другом смысле. Некоторые исследователи издают свои труды, полностью базируясь и применяя плагиат. Несколько лет назад вышла одна книга молодого нашего
исследователя. Так. Ну, я хотел бы отметить, что все-таки у нас работа ведется по составлению библиографии достаточно, в том числе вот в нашем институте. Наш институт академическое учреждение, и, видимо, мы должны этим серьезно заниматься. Но я к этому, может, вернусь. А сейчас я хочу перейти вот к обзору литературы уже ближе к современности. В 90-х годах был как провал. Никто ничем не занимался там вообще. Полная беспрограммность была, поэтому каких-то таких изданий ожидать даже не следует. Но тем не менее, московские этнографы, ленинградские этнографы занимались, значит, этот вопрос не упускали из виду. Но уже не в 90-х, в 2000-х годах произошла такая активизация библиографических изданий. Одним из первых вот поняли, вот, осмыслили этот провал, да, вот, науки. Это, значит, ученый институт этнологии и антропологии РАН, основного института в Москве. И издали вот даже такую брошюрку в 2003 году. Называется «Труды ученых Института этнологии и антропологии РАН. Тематический библиографический указатель». Небольшой, но, видимо, уже накипело, невозможно было даже ориентироваться, что за 10 лет сделано. И вот около 1000 названий, здесь вот такой указатель считает. Но, тем не менее, санкт-петербургские, ленинградские библиографы эту тему не оставляли вне поля зрения. И в последние годы были изданы несколько библиографий. Возможно, о них мало кто знает. Да? Мне приходилось просто это, будучи вот в командировках в Москве, в Санкт-Петербурге, я отслеживал вот эти издания и, самой как сказать, имел возможность их привести. В частности, в 2004 году в Санкт-Петербурге было издано «Библиография трудов Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого», Кунсткамера, 1992-2002 год. Значит, до 1992 года есть какая-то библиография. Я просто привожу вам в качестве примера, особенно нашим вот магистрантам, соискателям, что есть такие библиографии вот, современные, хорошо издана. В 2008 году тоже в Санкт-Петербурге издана «Библиография трудов Института этнографии имени Микуха Маклая», 1963-1975 год. Это продолжение вот той библиографии, вот, по 62 год, такая плотненькая книга зеленая. У кого она? Покажите, пожалуйста. Вот ее продолжение. А? Зеленая там. А вот Джо. Нет? Сейчас еще. Буба зеленая. А вот в руках у вас. Сон Джалваса. Нам Джалвасово. Видите, какая толстая библиография. Здесь, значит, труды, современные труды. Теперь это... У меня что-то еще было. Вот я в отделе года 3-4 назад, по-моему, затерялся. В последнее время выходят самые разные библиографии, которые надо знать. В частности, вот... Известная аннотированная библиография отечественных работ по арабистике, иронистике и тюркологии 1818-1917 годы, составитель Карская. Здесь в основном эта библиография такая востоковеческого, азиатско-востоковеческого направления.
То, чем занимались вот российские там востоковеды в течение столетий в основном. Здесь есть раздел тюркологии, есть казахстаника там, и многие труды здесь учтены. Вообще хорошо издано, удобно пользоваться. Так. Издана вот такая, ну я в качестве примера просто привожу, такой указатель, библиографический, биобиблиографический словарь, русские военные востоковеды, составитель Басханов. Ну, здесь охватывается, значит, исследователи до 1917 года, издание 2005 года. И тоже интересно, здесь и Чухан Валиханов, все. Этнография бурятского народа, я говорил. Это большое достижение вот этнологов из Бурятии, которые, несмотря на свою, так сказать, малочисленность, сумели издать вот такое. Вот, ну, казахстанским этнографам необходимо это издать такое издание. Вообще, в перспективе мы должны, конечно, совместно с ЦМБ заняться этим вопросом. Библиография по этнографии казахов, она, видимо, ну, займет как минимум 2 тома. Пожалуйста. Ну а теперь состояние вот вопроса с казахстаником. Библиография по казахской этнографии не издается, тем не менее, вот мы какие-то, ну, делаем попытки. Вот. В двухтомнике по обычаям и традициям казахского народа мы там во втором томе дали обширный библиографический указатель. Ну, думаю, мы к этому, к такой работе идем. А то, что касается, ну, казахстаники по другим направлениям, в частности, были вот такие издания в последние годы. Казахстан на страницах туркестанского сборника, Алматы 2002, Центральная научная библиотека. Вот такое издание, правда, большим шрифтом, но оно систематизировано. Пожалуйста. Ну, я хочу, чтобы молодежь посмотрела. И вот вам известное издание 2007 года. История Казахстана в дореволюционный период. Издана, значит, Центральной научной библиотекой совместно со специалистами-историками. Вот. Большое издание. Вот. В двух томах. Всего тут около 6 тысяч названий. В том числе есть, значит, издание по этнографии, по истории культуры и так далее. Но имеются определенные недостатки. Вот я когда пользуюсь, почему-то некоторых авторов не могу найти. Вот. Почему-то, видимо, вот указатели, может, спешки составляются, не знаю. А так, конечно, ценные издания. В целом вот картина по библиографии, по истории, по этнологии в Казахстане выглядит такая. То есть имеется большой опыт, множество изданий, в которых указано обширнейшая литература по этнографии казахского народа, по истории культуры, но, к сожалению, сводного такого указателя нет. И это является, на мой взгляд, большой проблемой. В последние годы был издан, 10 лет назад или более, 9-томник «Казахи». Я его почему-то даже в руках как-то видел, не попал в руки. Но я думаю, я не знаю, насколько он качественно выполнен, но в любом случае это создание библиографии по этнографии казахского народа является важной задачей для нашей науки. Вот в целом все. Спасибо. Алексей Игорь, салат без базы ошибся. А то мы задумались, что такое библиография, уже из дешевых платов, кажется, упустили самое хорошее, важное, надо взять под подробности. Я вот так.
Добиться разговора. Мы карабатом есть, когда все раз, но надо хочется, ну, просто, ну, ой, это, то есть, где-то, жюрген, бюллера писал. Потому что, похоже, жерма, шучу жерма, мы знаем, казахтын зиялылары қолғалыға тұрсқан. Оның ішінде жәрдегі талап деген үйін бар, Ташкентте ашылған, сол үйін осында деген сәрін көрсеткен. Бүкіл шыққан кітаптар. Бірақ олардың бәрі кейін осы шығарып үлгермеді, қалып қойды. Тек қана жәрдегі үзі жоғалды, кейбір нәрселерді жасағандар бар, бізге дефолттарда бар, бастаған жұмыстар. Иә, аяқтап қалды. Ал сол кезде біздің қазақтар өткен кезде рамейт деп бастаған. Татарнамесінде рамейт деген кісі бастаған. Егер бұл кітап шығарды 1923 жылы татар матбуғаты библиография указат деп қойған татар газеттерінде бүкіл не мақала шықты. Бұл кітаптың құндылығы 23 жылы шықса да әлі күнге шейін өзінің құндылығын жоғалтқан жоқ. Өте бағалы. Мына біз шыққан кезде апамыз кітап жазып жүр тоң тоң жазған кезде соның негізінде жазып жүр. Негізі асхатолог деген сол татардың кітабы соны алады. Сол кітапты біздің ғалымдар қанша жыл болып, довольствоға 20 жыл асып кетті ғой. Сол кітапты қолдарына ашып ұстап, жазғанын қарағанын содан бері қарай кезеңде. Біздің қазақ газеті Айқап журналы шыққанша қазақтың зиялылары татардың баспасөздерінде мақала жазып тұрған. Татардың баспасөзі 60 баспасөздерді артында сатып жүрген баспасөзі болған. Содан қазақтың талай зиялыларының мақалалары жарық көрген, содан шығарған, соларды айтпай қолданбай бұларды жазып отыр емес. Біздің қазақтың серке деген газеті болғанын тек қана осы Рамейттің шығарған бұл газетінен білдік. Содан кейін барып ойлана бастады қазақтың азаматтары. Сосын мынау жаңағы біздің ағатай батыр 80-ші жылдардан кейін уже тоқтай бастағаны рас. Осы менің қолына түскен соңғылары бірі Сүлейменов пен Масейіттің постановление исследования Казахстана, Миллиардов Сукказатын дегені бар, шығады, брошюра. И потом Ламулин бізді істемейді ғой, Ламулин кейін шығарған ең күшті жұмыстардың бірі Бесел Бейітпен бірге. Зарубежный исследование Казахстан, зарубежный исследование Казахстана біз деген несі бар, бұл кітабы бар ғой. Өте жақсы кітап, сондай бастар, бірақ өте болып жан деген. Кітаптың бағасының өзі қарсаңда адам тұтап оялып, қарсаңдай қарғас, қарағағас ұрындай. Шығарған бұл сөз өзінде. Абына жақ, бұрын бұл кітабын қараңыз, қандай ақша шығарған бұларға. Яғни бір қаржы бөлген, бізде қаржы бөлген түгіл іштен келе, бізде ақша іштен келе бөлінбейді, ол жұмыс істеу үшін адамдар ақша керек, жалақы керек деген сенімді. Бізде жоқ. Сосын мынау өзбек ағайындарды сол кезде жақсы дамыған. Мына ағамыз өзінің құлағы соғып көрді, мынада Гермонтов деген кісі бар, өзі неміс фамилиясы айтып тұр ғой. Түркістанский ученый историк деген кітап шығарды. Өте құнды. Оның ішінде біздің қазақтың тағы ол тарс эпилептар арасында болады да. Ішінде жаңағы астрономия да бар, біздің лабиндер бар, астрофизиологтар бар, бәрін қосқан еңбектерін тізімін береді, оның биографиясын береді, бәрін шығарады. Оларда осындай бір дәстүр бар. Сосын тағы да біреуін шығарды жақында. Түркістан начало 20 века деген шығарды. Имадович указатель. Ол да жақсы кітап. Енді бірақ бізде бұл бар бәленің бар ұйымдаспағанан ғой, бізде ұйымдастыратын бір орган жоқ, кітапханамыз тұр, мынау кітапханамыз центральный кітапханамыз өзін жауап тастады деп жатыр қазір. Мына ғылым ордасына қосып жүрген уже сотрудниктер қайда барарын білмейді, бәрі қашып астанаға қашып мүмкіндіктері бар. Ұлттық кітапханамыз өзі ұлттық статусты алып астанаға береді дегенмен оның өзі бар нәрсені қирап жатқан кезеңде бізде бұл мәселені көтергеніміз дұрыс, бірақ бұныңы жағдай сондай. Мына жаңа россияны көріп келтіріп жатырсыз, россиядан институт наушника аушвицский институт деген бар информация. Соның өзі кітаптары көпсі. Кітаптың бастарын шығарады. По национальной общественно-политической организации деген бір сұрақ шығарып жатыр. Өзі көрді. Сонда да өте көп. Бізде ондай жоқ. Себебі бізде комитет наука фундамент басын қатырғысы келмейді. Өтірік грант тендер жариялайды. Подпольный бір нәрсе ұйымдастырып біреуге ұтыспа береді. Бұл ничем не занимается, просто халтурой показухой занимается, мен өзім честно болған өзім жеткен нәрсе. Бізде ғылым комитеті ғылымды ұйымдастыратын ештеңкесі жоқ, министр біздің түрін мынау, өзді біресе ашады, біресе жабады, керек нәрсе ғой енді. Не жоқ, дейтер қайратқа емес. Баяғы өзбек әлжәмеліктер жоқ бізде, ондай министрлер. Міне, соның кесірінен осындай бізде бигарфишік қазақ жоқ. И болмайды да жақын арада. Себебі бұған огромный труд мына жасаудың өзі. Жоқ, ақша бөлінбесе, қаржы бөлінбесе, проект жасау керек.
Проект выпил, потому что ваш проект не проходит, потому что научная организация бюджета не имеет права заниматься. Я же объясню, что это парламент. Потому что организация душилась. Что, Волк? Волк, просто отдай мне люди. А у тебя кто, Айтхан Трус? Правильно говорю? Да? Состояние дела аховое, можно сказать, да, в принципе. Но это, если создать нормальный проект, ну, допустим, то, что касается этого, фотографии, да, 4-5 человек, этнографов или, допустим, ЦРП, это вполне реально, можно... Я даже думал, на 6 лет, 3 года дореволюционная библиография, Три года советский период, ну и современный период. А туда еще, там же не только фонды, это библиотеки. Вообще библиография по Казаховедению, да, она огромная. А туда еще наши наработки, допустим, там, исследовательские, там, в многих картотеках есть же эти, разные эти... информация разных изданий. Это все объединительно. Можно проект после? Серьезный проект можно сделать? А вы не интересовались, вот подготовка библиографов у нас? Многие страны победятся? Даже специально жизнь. Это не цель, нет. Бог ведь Марсал Кунец. Нет, я к тому, что... Бентанстру, Темхана Танстру. Здесь вот то, что... Вы же даже Бентанс, где? Бульсии, где? Да, поделиться опытом. Да. Понимаете, вот эта работа, да, это очень актуально. Сейчас особенно такой наплыв огромной информации, и когда исследователь сталкивается, он не знает, с какого конца подойти. Басхата, да, Вайчай Ханда. А вот появление вот таких сборников, чему это систематизирует, уже говорит о том, что какой-то, да, исследователь, ученый, проработал информацию, он сделал уже выборочку. И мы можем, основываясь на этом, уже проводить свои какие-то уже ориентиры, что строить для своего исследования. Когда вот есть, допустим, у молодого специалиста исследовали тему, который не знает, с какого конца пройти, и, грубо говоря, залазит в тот же самый интернет, набирает там ключевые слова, и что попало входит. А вот такая работа, она очень актуальна. Я думаю, если вот появится такой грант, интересно не было, да, то это же научная работа всего лишь. Было бы очень хорошо. Грант-то он с неба не появится, видите, в чем дело. Грант. Сознание гранта зависит от нашего. Ну, более молодого поколения, допустим, да? Вот. Серьезно? Вот у нас... Библиотеку закрывают, мягко. Нет. Вопрос библиотека, я недавно ходил. Я иногда тоже хожу, там книги беру, да? Вот недавно разговаривал, я сам недоволен. Вот ЦНП, да? Даже вот своим этим сотрудникам говорю, что вы не возмутитесь это? Но мы уже прошли этот трудный этап, да? Когда 10 лет, допустим, я не вылазил из библиотеки, был такой период, да, сейчас все дома искать, да. Ну что, не пожалуйтесь там, как так. Вот в последнее время там мне ровесница на библиотеке говорит, вот мы сейчас только начинаем фонд открывать. Бесшуточный дыр, она шла в зону. Ну, а я ее знаю, как это ответственно человек. Она говорит, я говорю, ну как вас сейчас делают? А вот сейчас, говорит, мы фонд только что открыли. То есть это вопрос, это, конечно, это такой кризис был вообще страшный, но, наверное, это решается. Менің ойымша, мысалы, 2005 жылы өзім Санкт-Петербург қаласында болдым. Соқыз қарияда отырдың, үлкен ұлттық кітап қабылдың арқылында отырдым. Бірақ мен Серік Ескендіров үшін, менің өзім ойымша, мына библиографияның барлығы өзіңіздің жеке қолыңыздағы библиография сияқты, менің ойымша. Өйткені сіздердің кітапханаларыңыз кішкентай. Мен енді сіздер қашан грант жеңесіздер, қашан жоба қолға алды. Менің ойымша осыны институттың өзінің жеке қаржысы бар ма, соған мүмкін сіздің өзіңіздің атыңыздан бір-бір серік жасап па, дисканер жасап па, осы библиографияларды кітапханаға қойсаңыз қалай болады деп ойлаймын. Өйткені сіздің мынау ең құнды деректерді
ғылыми кітап қана мен өзім өзім сол 2005-тен бері жұмыс жасаймын. Сол кезде біз сәндіктер ұлтта болғанбыз. Ғылыми кітап қананың директоры, екі зам директорымен және Ретке фондының директорымен болдық. Сонда осы кітаптардың дәл осындай библиография олардың өздерінде де жоқ. Сіз мысалы енді бұны қалай таптыңыз, қайдан таптыңыз, газетте Аманжол Орынбаевтың маған кітапқа деген мысалға соның барлық белгілерін қарап отырмыз байқау барысында. Бірақ сондай мысалға бұны біз сияқты жас, менен кейінгі жас ғалымдар қолына түсіру оңай емес. Барлық адам сізбен бірге тағы да контактіге шығып, тағы да мысалы мүмкін деп мен өзім айтамын. Барлық адам болса және бұл кітаптар мысалы бере бермейміз, біздің өзіміз кейбіреуін енді ғана мысалы қолымызға ұстап отырған. Қазір қанша ғылымда жүрсек те кітаптар енді қолымызға ұстап таң қалып отырған кездеріміз бар. Соны мен қалай ұсыныс жасауға болады, мүмкін осы дөңгелек үстелдің ұсынысы деп па, сол директор ақылына бұл ұсынысты енді білмеймін өзіңіз қалай қабылдайтыныңызды. Жеке осы Серік Ескендірұлының кітапханадағы қоры деп па, жеке соған жасасаңыз үлкен. Ғылымда үлкен сізге үлесіңіз болады. Сіз сияқты енді бұндай жинау 2001-нің қолынан келген тағы мен айта қоямын. Сіздің бүгінгі таныстырғаныңызға бізге жас ғалымдар да өте ырзамыз, рахмет. Нәрсені бүгінгі естідік, көріп те отырмыз. Еңбегіңіз жаны өз. Меня просто, знаете, много уже хорошего сказали, действительно информация замечательная, интересная. Но у меня просто пожелание, как бы, для Серика Скандировича. Я зашла, хотела бы еще один методический семинар бы от Серика Скандировича услышать по работе на местности, как вот этнографы грамотно, правильно делать замеры. Вот, потому что это всем интересно. То есть, если будет возможность, Серик Искандерович, сделайте это, многие придут, и не только этнографы. Просто. Я просто убедилась, работая с вами в экспедиции, что действительно у вас есть чему поучиться практикующим этнографам, и не только этнографам. Спасибо. Это полевая работа, да? Да, полевую вот именно. Полевую работу. Я бы хотела грамотно начать с чего замерить. Да. Я коротко. Насчет полевой работы, да. Вот мы сейчас опубликовали небольшим тиражом это издание по казахскому памятниковеду. Там есть статья наша совместная с Рахимом Бекназаровым. Там, кстати, тоже есть методики полевой работы. А вообще это ясно. Но это и в экспедициях тоже интересно, да, там? Нет, ну, прежде чем делать экспедицию, надо заранее теоретически приготовить. Хорошо. Это вот то, что касается этого частного вот этого характера, да, ну это метанство вот другое. Медленно вот спешил, хорошо, вас быстрее, все, жена вам на все воя, жену кому пойдала. Вообще, у меня же большая это редакторская работа с 70-90-х годов. Вообще, и потом, когда я в АКе работал экспертом и редактировал эти сборники, я где-то, наверное, 5-6 сборников издал за последние 20 лет. Да? Я постоянно вот это вот обращаюсь к этому, проверяю, перепроверяю, потому что мне кажется, это, если это идет туда, да, когда книга выходит, она должна быть чистой, да? Поэтому это, конечно, все в работе. Оно не лежит, как это, музейный экспонат. Но то, что есть в библиотеке, это есть. То, что мы можем, пожалуйста, это ксерокопии делать. Это. Но я здесь другую проблему все-таки ставил, что подвожу к другой проблеме, вот, там, Гульмиру Орумбаеву, там, Баглан начинающий, да, там, вот, и это Айжамал, вот, без него, доктор наук наш сотрудник, Турубаева, к необходимости создания библиографии по казахалине. Вот. Большой проект, давайте вот это. А и институт тоже по истории, по... Эти библиографии же вообще много изъянов имеют. Нормального издания по библиографии-то нет, надежного, понимаете? Взял в хорошем переплете, открыл, нашел там Потанина, там, киргизские могилы там, допустим.
да, и все. Где издано? В Сибирской газете, там 1894 год номер такой, понимаете? А этого издания не найдешь там, допустим. И начинает время тратить этот человек, да, исследователь, ищет в интернете ничего нету. Я задаю, когда в интернете вопрос, то, что мне надо, не нахожу. Все, зал плана, общее там все. Поэтому, я думаю, это важно. А такие проекты можно, допустим, по библиографии совместно с центром. На 6 лет можно, поэтапно. Раз, раз. Ну, условия. Спасибо большое. Я думаю, содержательная была беседа. Поблагодарим Сергея Эксмедитовича. Спасибо большое.